Татьяна, как они тебе сегодня, а? Супер! Альба спасает! На приз украинской туристической газеты. Настрой боевой, реально хочется победить, понимаем, что можем. Так, достаточно тяжело, конечно тяжело, потому что остались только самые сильные команды. Нам удалось сыграть тяжелый матч, 1-0 мы выиграли. Вот, ну, надеемся на лучшее в дальнейшем. Посмотрим, на кого мы сейчас выйдем. Ну, собраны максимально, так что удачи нам и удачи всем. Не знаю, очень старались, но этот раз не повезло. Надеюсь, в следующий раз приедем, будет победа, будет кубок. Турнир нам, как всегда, очень нравится. С удовольствием участвуем каждый год в нем. Захищати свій титул, тому суперника буде нелегко, бо ми хочемо ще раз багато стати чемпіонами. А організація в цьому році, я вам скажу, краще, ніж минулого, кращі суперники, більш кваліфіційні. Ну і, мені здається, зболівальників більше, тому ура! 7-й по счету турнир UTG Football Cup. В этом году у нас появился новый спонсор, это компания Агенский, за что мы ей безумно признательны, что поддержали наше мероприятие. Вот это 7-й по счету турнир, и с каждым разом борьба становится все горячее и горячее. Особенно это можно сравнить на фоне не совсем интересных игр чемпионата мира по футболу. У нас же каждая игра – это просто нервы, эмоции и, естественно, профессионализм участвующих команд. Все, кто участвовали, всем огромное спасибо, особенно новичкам. Вот это команда Online Bistro, которая всех удивила и дошла до полуфинала. Это команда Киавия, которая вчера упорной борьбе уступила место в сегодняшнем раунде плей-офф. Ну и в принципе будем очень рады, если в следующем году все участники этого турнира будут участвовать, плюс, конечно же, подтвердятся новые, потому как мы всегда рады новым командам. Чемпионат ежегодно набирает все больше и больше популярности. Хорошие отношения с организаторами и близость к туристической индустрии нас просто не могло остановить поучаствовать в качестве титульного спонсора. Искренне поздравляем команду «Роза Ветров». В очередной раз они продемонстрировали свои способности, вот, и доказали, что они лучшие и сильнейшие в этом чемпионате уже очередной год.